Только что кинули дымовую шашку прямо в ОМОН. Вот что дымится. Ну, не знаю, можно ли говорить уже о чем-то криминальном, критическом, но вот шашка под ногами ОМОН. Это... Это шашка прилетела со стороны протестующих. Кто-то взрывается, и акция начинает становиться радикальной. Вот человек помогает ОМОНу. Женщина пропускает. Давайте я вот так пойду, все, вот отсюда начну, от вас.
вот от этой красной, как говорится, плаката и туда пойду. Это Йохар, национальный, как бы сказать, этот танец. Йохар свободы! Йохар свободы даже тут говорят. Смотрите, уважаемые зрители. Свободу! 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 Второй круг! Свободу! 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 Путин во! 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 А ну вот эти, господи, да что же вы творите-то? Где наш Артём? А, уронили человека. Молодой человек. Задержали молодого человека. За что? За что вы его задержали? За голову.